Десятки тысяч человек остались без электричества в американском Хьюстоне. В крупнейший техасский город пришли проливные дожди, ураганный ветер, а также сразу два торнадо. Вихрь срывал крыши с домов, валил деревья и повредил линии электропередач. Многим пришлось покинуть разрушенные дома. Школьников и студентов освободили от занятий, чтобы они могли переждать непогоду в безопасном месте. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало. Временно приостановил работу аэропорт Хьюстона. Этот город четвертый по количеству жителей в США с населением более 2 200 000 человек. Власти подсчитывают материальный ущерб от непогоды.